Теперь мы с вами будем делать тело и голову. Итак, делаем снова кольцо амигуруми. Закрепляем его. Обратите внимание, вяжем основным цветом. То есть я вяжу розовым. Делаем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем наше кольцо, придерживая петельку. Теперь в каждую петельку мы будем делать одну прибавку. То есть в каждую петельку будем провязывать по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Теперь мы отмечаем другим цветом. Я взяла кусочек ниточки другого цвета. Начало ряда. И теперь мы будем чередовать. Нам снова нужно сделать 6 прибавок. Поэтому я буду чередовать в одну петельку столбик без накида, во вторую петельку 2 столбика без накида, то есть прибавку. Итак, чередуем до конца ряда. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Один, два, три, один и последняя прибавка. Два, три. В конце этого ряда у нас 18 петелек. Снова отмечаем начало ряда. В следующем ряду нам снова нужно прибавить 6 петелек, поэтому мы будем чередовать 2 столбика по одному столбику без накида. В третий столбик мы будем делать прибавку. Итак, начнем. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, прибавка. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, прибавка. Снова первый столбик. Второй столбик. Прибавка. Первый столбик. Второй столбик. Прибавка. Два столбика без накида. Первый столбик. Второй столбик. Прибавка. И последний раз. Первый столбик, второй столбик и последняя прибавка. Снова отмечаем начало ряда. Вытягивайте ниточку. Или можете с начала этого ряда не отмечать, так как мы здесь будем вязывать сейчас сразу ножки. Сейчас первые 3 столбика без накида мы будем вязывать левую ножку. То есть, как мы это будем делать? Прилаживаете ножку, первый столбик без накида ножки и первый столбик без накида вот так вот провязываете вместе. Второй столбик на ножке и второй столбик здесь снова провязываете вместе столбиком без накида. И, наконец, третий столбик и третий столбик провязываете вместе столбиком без накида.
Таким образом мы вязали ножку. И продолжаем. Делаем 2 столбика без накида. Просто 1, 2. И снова будем вязывать, но уже правую ножку. Снова точно так же прилаживаете ножку нашу вторую и снова провязываете вместе. Первую петельку в первый столбик и в первый столбик сюда наше кольцо провязываете вместе. Снова во второе и сюда во второе. Вместе провязываете. И точно так же третью петельку. Где-то застряла. Вот, я попытаюсь заново вторую. Вот так вот. Немножечко неудобно вам будет, и мне тоже, я чувствую, но вы постарайтесь. Вот все, 3 петелечки мы провязали. Теперь нам остается провязать оставшиеся 16 столбиков без накида до конца ряда. То есть вяжете, можете посчитать 3, 4, 5, 6. Но это, я вам скажу, будет столбики сюда продолжаться до нашей ножки. То есть я буду просто вязать до ножки. Я могу не считать, вы тоже, я думаю, можете не считать, вяжите до ножки. Вот. До конца, так сказать, ряда. И вот так вот до конца ряда. У меня не очень хорошо видно, но извините, лучше камеры нету. Итак, я довязала до ножки, вот я надеюсь, вам видно. И теперь могу снова отметить начало ряда. В принципе, оно по ножке видно будет, но чтобы не запутаться. И сейчас мы будем делать 3 столбика без накида и прибавку. То есть продолжать наши прибавки. 1, 2, 3. Наша прибавка. Один, два, три, снова прибавка. Если вам неудобно и тоже вот эта ниточка мешает средней, можете ее сделать короче. Мне она немножечко мешает, поэтому я ее сделаю короче. Так, мы сделали прибавочку и продолжаем. Один. 2, 3, прибавка. 1, 2, 3 по одному столбику. И делаете прибавку. Два столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3 и последняя прибавка. Снова отмечаем начало ряда. Теперь нам нужно провязать 19 столбиков без накида с нового ряда. Отметили начало ряда и провязываем 19 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Провязали 19 столбиков без накида. И теперь наши средние 2 столбика нужно провязать хвостик. То есть наш хвостик присоединить двумя столбиками без накида. Точно так же это делаем. Так вот, в один столбик, и здесь в один столбик протягиваете столбик без накида. Во второй точно так же делаете. Вот так вот. Вязали хвостик, куда кончики спрятали на другую сторону. И снова продолжаем вязать 9 столбиков без накида до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В общем, до конца ряда. Довяжите до конца ряда самостоятельно. 9. Мы довязали до конца ряда. И снова наш маркер, так скажем, ниточку нашу, снова перекидываем на начало ряда. Теперь нам нужно, это был у нас 7-й ряд, нам нужно 8-й и 9-й ряд провязать без изменения. Наши 30 столбиков без накида, 30 петелечек, провязать снова без изменения. Так провязать этот ряд и следующий, то есть 8-й и 9-й ряд. 8-й и 9-й ряд провязан, сейчас мы будем вязать 10-й ряд. Снова ставите на начало ряда наш маркер. И в этом ряду нам нужно убавить 6 петелечек. Поэтому мы будем сейчас делать убавление. Чередовать 3 столбика без накида в каждую петлю по столбику и убавку. Так до конца ряда. Итак, начнем. 1, 2, 3. И снова наша убавочка. 2 полустолбика, протягиваем и снова протягиваем. Снова 1, 2, 3. 2 полустолбика захватываем крючком. Делаем протяжку ниточкой и снова через 2 петли. 1, 2, 3. 2 полупетли, 2 полустолбика и снова пропускаем. 1, 2, 3, убавка. Один, два, три, убавка. Один, два, три, три. И снова делаем убавку. Вытаскиваете шнурочек, чтобы он вам не мешал делать убавку. Итак, мы сделали 6 убавок. Теперь нам нужно провязать, мы провязали 10 ряд, нам нужно провязать 11, 12 и 13 в каждую петлю по столбику без накида. То есть у нас сейчас на нашем кругу 24 петли. Вот эти 24 петли нам нужно провязать 3 ряда столбиками без накида. Довязав 13 ряд, нам снова в этом ряду нужно сделать убавки. Итак, промаркируйте начало ряда. И теперь мы будем чередовать 2 столбика без накида убавку. 1, 2,
снова два полустолбика. Так вот протягиваете убавку. Один, два, убавка. Можете, конечно, классическим способом убавлять, как вам удобно, но, честно говоря, мне этим способом нравится, никаких швов, никаких, ну, как бы, рубцов, рубчиков. Мне нравится этот способ убавки закрытый. Снова один, два, убав. Один, два, убавка. Последние два столбика. Один, два, и убавку. Вот мы сделали 6 убавок, провязали наш, получается, 14 уже ряд. У нас на кругу нашем, на кружочке, 18 петелек. Нам нужно теперь провязать 15 и 16 ряд, то есть два рядочка, столбиками без накида. Я вам советую снова промаркировать, чтобы не считать эти 18 наших петелек два раза. Вот, столбиками без накида продолжаете вязать. Так вот, два рядочка. После того, как мы провязали 16 ряд, верните 3 петельки. Так вот, прираспустите их 3 петельки назад. Теперь мы будем ввязывать ручки на это место. Берете нашу ручку и вводите, как я вам показывала, ножки, так и ручки. Первую петельку на ручке и сюда нашу петельку и делаете столбик без накида. Так вот, первую сюда и сюда. Делаете столбик. Теперь во вторую и сюда в следующую. Снова столбик без накида. И в третью сюда и туда столбик без накида. Если у вас вылезла ниточка, как у меня здесь, обрежьте ее, она нам не нужна там. И продолжаете вязать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И сюда мы будем ввязывать вторую ручку. Точно так же продеваете первую петельку и сюда в следующую петельку. Делаете столбик без накида. Вторая и сюда следующая. Снова столбик без накида. Третья и сюда следующая. И до конца ряда провязываете столбики без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего довязали до конца ряда наши 7 столбиков без накида. Теперь вытяните немножечко петелечку нашу, и мы сейчас будем набивать нашим наполнителем. Вот если у вас ниточка здесь лишняя, можете тоже ее обрезать. Вот так вот нашим наполнителем. У меня в данный случай это ватка. Вот я беру этот и придаю форму нашей игрушке. Так, туда. Напихиваете, напихиваете. В общем, придаете форму, наполняете. Мы наполнили нашу игрушку. И сейчас в этом ряду нам нужно сделать 6 убавок. Мы будем чередовать
наш столбик без накида 1 и следующая убавка. Вот так вот, столбик без накида, убавка. И так до конца ряда. Мы, наверное, отметим начало ряда, чтобы не сбиться. По крайней мере, я, наверное, себе отмечу так, чтобы было удобно. Перед нашим столбиком без накида я вот здесь вот отмечу нашей ниточкой маркером другим цветом, чтобы не сбиться. Вам советую. Снова столбик, убавка. Столбик без накида. Убавка. Столбик без накида. Убавка. И так делаете до конца ряда. Столбик без накида. Столбик без накида. И последняя наша. Я вытащу ниточку. Она мне немножечко мешает. Это столбик без накида и последняя убавка. Итак, мы закончили ряд. Теперь нам нужно один ряд, промаркируйте снова, и провязать 12 столбиков без накида, без убавлений. Вот так начинаете с первого. 12 столбиков без накида. Довязав ряд до конца, мы в этом ряду должны убавить 3 петелечки. То есть мы будем чередовать 2 столбика без накида, убавка. 1, 2 столбика, убавка. 1 столбик, 2 столбика. Убавка. Я, наверное, вытяну ниточку, бо она мне мешает. Снова сделаю 1 столбик, 2 столбик и убавку. У меня не выходит. Я надеюсь, у вас получается гораздо лучше, чем у меня. Я сделаю повторную убавку. Снова 1 столбик, 2 столбик и последнюю сделаю убавку. У меня раздваиваются ниточки, поэтому не очень удобно. Если у вас не раздваивается, это отлично. Итак, теперь мы сделали убавочки. И у нас на нашем кругу должно быть 9 петелечек. Проверьте, чтобы у вас было 9 петелечек. Теперь мы сделаем в этом ряду 9 прибавок. То есть в каждую петелечку из 9 мы провяжем по 2 столбика без накида. Я сейчас сделаю себе маркировку в начале ряда, для того, чтобы мне было удобно набирать. Так, вот я сделала маркировку. 1 столбик, 2 столбик. Я буду сразу считать, у меня должно быть 18 петель, как и у вас. 3, 4... 5,
шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать и 17, сюда же 18. Как вы видите, у нас уже начала вырисовываться голова. То есть вот мы сделали шейку, и вот у нас уже пошли прибавления в голове. Теперь мы сейчас будем делать снова 6 прибавок, но уже чередовать. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка и до конца ряда. Вот он, первый столбик без накида. Следующий будем делать 2 столбика без накида, то есть прибавка. Снова 1, прибавка. 1. Прибавку. То есть 2 столбика без накида. 1 столбик. 2. В 1 столбик. В общем, довязываем такие вот прибавочки до конца ряда. И у нас должно быть на нашем кружке 24 петельки. Как вы видите, у нас уже начинает вырисовываться шея. И теперь мы будем прибавлять еще 6 петель. Поэтому мы сейчас будем чередовать 2 столбика без накида. Прибавка. До конца ряда у нас должно быть на кругу 24 петелечки. Итак, прибавляем 2 столбика без накида, прибавка. Вот мы закончили 22 ряд. 23 ряд мы будем вязать 3 столбика без накида, прибавка. Тем самым прибавим еще 6 петель в наш ряд. Итого получается у нас 30 петелечек. 1. 2, 3, вот так вот, и прибавочка в четвертую петелечку, провязан 2 столбика без накида до конца ряда. Закончили 24 ряд, и теперь нам нужно 4 ряда провязать без изменения. То есть сейчас мы с вами провязали 23 ряд, значит, с 24 по 28 нам нужно провязать столбики без накида. 4, получается 24, 25, 26, 27, 28. 5 рядочков нам нужно провязать столбиками без накида. Не 4, а 5. 24 получается мы сейчас начали. 25, 26, 27, 28. То есть 5 рядочков вяжем без изменения столбиками без накида по кругу. Вот мы довязали 28 ряд. Теперь снова маркируем начало ряда. И будем делать убавление. 3 столбика без накида, убавление. 3 столбика без накида, убавление. И так будем чередовать. 1, 2, 3. Убавление. Снова. 3 столбика без накида, убавление. 1. 2, 3, убавление. И так нужно сделать до конца ряда.
После того, как закончите этот ряд, нам нужно 30 и 31 провязать столбиками без накида. То есть после убавления у нас остается 24 петельки. И нам их нужно провязать 2 ряда без изменений. Теперь вяжем 32 ряд. Отмечаем начало и будем чередовать 2 столбика без накида убавка. 1, 2, убавка. И так до конца ряда провяжем 2 столбика без накида и убавка до конца ряда. Мы закончили ряд, а теперь давайте немножечко снова набьем и придадим форму нашей голове. Вот так набиваете ее аккуратненько. Придаете ей форму. Помогаете крючком. В общем, немножечко набили, не сильно набиваете пока. Немножечко набили, чтобы нам неудобнее было вязать. А теперь нам нужно снова сделать 6 убавок. И сейчас мы будем чередовать столбик без накида, убавку. Мы постепенно таким самым образом убавление делаем. Столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. И так до конца ряда. У нас осталось 12 петелек вокруг. И мы снова донаполняем голову и сделаем последнее убавление. Мы сейчас сделаем 6 убавок подряд. И на этом будем заканчивать нашу голову. Все, мы набили нашу голову. И теперь делаем наши последние убавки. Наши скрытые такие убавки. Так нам нужно доубавлять голову, округлить ее, скажем. Как вы видите, все очень, в принципе, легко и просто. Просто мелкая деталь не очень, может, всем удобно. Мы сделали 6 убавок. И нам осталось так вот вытянуть петелечку и спрятать вот здесь вот иголочкой все кончики. Вот тут. Это все вот. Итак, голова, туловище. У нас все вот эта деталька готова. Теперь нам осталось сделать мордочку нашей обезьянки, ушки, глазки, носик. В общем, все связанное с головой.